Здравствуйте. В эфире программа телеканала «Самара ГИС. Право на маму». Вот и дождались мы с вами любимого времени года – лета. А начинается лето с 1 июня, с Дня защиты детей. А вот интересно, что такое защита детей? И все ли мы с вами, взрослые, делаем для защиты наших мальчиков и девочек? Мы, конечно же, проводим праздники, веселье. Это все здорово. А все-таки, что самое главное? И мы решили поговорить на эту тему с Натальей Георгиевной Черновол, мамой большой приемной семьи. А еще она уже много лет возглавляет общественную организацию приемных семей Самарской области. Смотрите программу «Право на маму» 10 июня в 18:45 на телеканале «Самара ГИС».